Всем привет, всем здравствуйте. Я в отпуске, помните про это. По мелочам мне не пишите, пожалуйста. А вот если вы захотите что-то заказать онлайн, то мы это можем делать и из отпуска. И чтобы вы по мне не скучали, я вам записываю заранее и потом выложу обзор на сумочки, которые мы с вами заказываем. Вот эта сумочка у нас с вами с сайта Coach Outlet, и к ней есть волшебный кошелечек. Поскольку скидки всегда на сайте меняются, я вам стоимость не называю. Но 50-60% там точно всегда есть скидка. Например, 450 у нее на ценнике. Ну вот где-то со скидкой 50-60%. По-разному это бывает. Так, длинный ремешочек. Смотрите, как интересно крепится. Мы такого еще не видели в коучевских сумочках. Вот это вот крепление и этот ремень, который вот он... Вот такой вот регулируется. То есть вот здесь вот еще три дополнительных отверстия. Вы можете носить, получается, ее как кроссбоди. Вот так. Какая интересненькая. И комплектик еще вот такой вот с кошелечком. Ромашки спрятались. Так, поникли лютики. Смотрите, сейчас здесь интересно. Ну, в общем, наверное, уже будет хозяйка сама вытягивать ее и наполовинку, если делать, то будет как бы сумка такая на плечо. Вполне, да, приятная. А мы пока с вами ее рассмотрим дальше. Кожа мягкая, вот несмотря на то, что как бы она форму держит, вот она прям мягкая, вот, я надеюсь, вы видите, да. И прям вот держишь, понимаешь, что это кожа, не покрытая воском, прям как я люблю. Девочка, прости, посмотрим здесь, хозяйка, твою буковку. И рассмотрим цветочки. Они вот так вот сделаны. Видите, кожа вот здесь вот. Вот это клепочки. А это вот такие кожаные ромашечки. Кожи они вот так прошиты. Так. Здесь кармашек под замочком. По-моему, крупненький. Да, на всю вот эту. И какая-то приятная подкладка. Ой, посмотрите, у нее там бордовая подкладка замшевая. Прям руку засунула туда и поняла, что попала куда-то в рай. Так. Упс, она и здесь замшевая подкладка. Я вот ее, честно говоря, еще и не открывала. Вот такая сказка. Мама мия. Так, кармашек здесь. Два отдела у нее. Так она вся такая. Ребята, нифига себе. Какая классненькая. Она прям такая приятная-приятная. Так, здесь вот получается только кармашек под замочком. Вот он, вот этот. Брелочек Coach New York. Коллекция. Ну и здесь вот в этом отделе, видите, накладной кармашек, да? Два отдела. О, какая сказочная сумочка. Прям много чего интересного. Так, а вот эти... Ну, их здесь не видно, этих клепочек. То есть, значит, они там... Да. И к этой сумочке вот этот вот волшебный кошелечек. Точно так же у него заклепочки, буковка С и ромашки тоже вот так вот кожаные проделаны. Такой же он кожаный, кармашек у него с этой стороны. Ну вот купюра в него, конечно, вот так не поместится, но он... Так, не пугай меня, просто тугой. Но когда он открывается вот так, то вот сюда вот купюра поместится, и она будет где-то приблизительно вот так. То есть они там будут далеко, купюры. Вот. И получается у него... Ой, как волшебненько. Вот здесь вот кармашек под замочком. Мы, наверное, уже можем это вынуть. Документики оставим. О, как раз вот это вам и не нужно. Потому что это будет у вас потом где-то... Не давать вам прохода из магазина будет сигналить. Пи-пи-пи-пи-пи. Я постоянно сигналю. Постоянно во всех магазинах. Так, вот здесь слоты.
Вот здесь отдел, вот здесь отдел. Здесь я вам показала, это вам показала. И вот эта кожа такая нежненькая. Вот она у них вот такая вот внутри, у кошелечков не у всех, но очень у многих. Такой прям парадоксальной нежности. Так, вот эту штучку надо закладывать, иначе она мешает закрывать. Думаю, что мешает. И кнопочка довольно-таки тугая. Вот такой классный наборчик получился у девочки. Сейчас фотку вам с ней сделаю и выложу вам этот обзор, чтобы вы по мне не скучали. А я вам всем желаю всего доброго. Берегите себя, пожалуйста. Пока-пока! В Инстаграме буду свои фотки с отпуска выкладывать, я думаю. Инстаграм всегда тоже в описании есть. И WhatsApp мой для онлайн-заказов тоже есть. Пока-пока! Ну и сейчас только выложила ролик про куртку Хоба. Мне там девочка в комментарии написала, а где нифига не пока? Вот оно, нифига не пока. Я написала, что будет в следующих роликах. Ну вот, ребята, нифига не пока, потому что оказывается, что у нас у другой заказчицы, я вспомнила, есть черный кошелечек такой же. И думаю, ну прям вот время его здесь и показать, как смотрится черненький. Причем вот какой-то вид у него, как будто он темно-темно-синий, да? Нет, он черный. Да нет, он темно-синий. А он... А, это цвет Midnight. Полночь. Он такой вот, да, он синевой такой оттенок у него, который вот вы видите. Вот эти вот кожаные вставочки здесь розовенькие, красненькие. Ну, точно так же кармашек. И внутри он абсолютно идентичен тому беленькому кошелечку. С отделом, с кармашками, со слотами под карточки и с вот этой волшебной мягенькой кожей. Вот такое у нас с вами получилось нифига не пока. Ну, теперь, наверное, пока.